в гостях у Ильсура в поселке Городок, Пестричинский район. Татьбу. Слушай, как высоко у тебя? Вот здесь высоко. Америка. Вот это да. Вот это высоте. Фантастика. Подойди, пожалуйста, к окошку, чтобы понять, ну, вот весь масштаб. Я не знаю, сколько тут Ильсуров, тут штуки 4 точно поместится. Кайф, кайф. Второй свет, это прямо пушка. Терраса, неплохо получилось. Да, слушай, хороший этот размер. 20? Да. 20 там квадратов бай. Террас. Вот эта парная такая большая будет? Да. Печку, наверное, поставишь. Слушай, вот это что? Кухня? Это столовая зона. Угу. Она будет утоплена. Уже все заложено, да? Вся инженерка туда? Да, да. Огонь. А там три спальни и самый дом. Слушай, ну впечатляет. Годик? Да, чуть-чуть больше. Капец, размеры спален. Сколько? 16,5. 17,5. Огонь. Спальни, да? Так, да, это гостевая спальня. Тоже квадратов 15, да? Здесь 16. 16. Ильсур, очень круто. Очень. Здесь кладовка и... Тоже очень важные эти помещения. Котельная здесь? Да. 80-й профиль. 80-й? Да. Все как здесь. В лучших домах Парижа. Лондона, да? Лондона, да.